Шалом, добрый день. Слава Богу, мы возвращаемся к нашим урокам. Спасибо большое вам еще раз за возможность познавать мудрость Торы с вашей помощью. Рав Давид, мы сейчас находимся в таком переходном периоде, вроде как бы Песах прошел, до Шавуот еще далеко, но на самом деле сейчас идет очень ответственный период, дни еще до Омера. Но сложность заключается моя внутренняя, в чем смысл именно 49 дней, почему не 5, не 3, не знаю, не 13, почему 49, что они значат, какой глубокий смысл этих дней? Рухан, очень хороший вопрос, актуальный, и на самом деле, чтобы понять эти дни и в чем идея 49 дней до получения Торы, нужно обратить внимание, что мы вот говорим, что были 10 казней в Египте. Да, и эти казни, они были на египтян, а у евреев не было, да, допустим, египтян, там, вода превращалась в кровь, а у евреев оставалась водой. И все другие там, казни, включая первенцев, да, только первенцы египтяне погибали, а евреи жили дальше. Но в конце концов, выходили из Египта очень быстро, должны были выйти бехипазон. Настолько быстро, что даже не успело закваситься тесто. Да, то есть 18 минут, да, быстро все собрались и вышли. Почему такая спешка? Ведь евреи были победителями, да, египтян наказали, и Фаро понял, да, что он, если сейчас евреев не отпустит, то от Египта уже вообще ничего не останется. Да. Да, почему же там нужно так, так быстро выходить? Потому что евреи продолжали падать, они находились на 49-м уровне нечистоты. Еще бы немного, они бы упали на 50-й уровень, откуда уже нет возврата. Это уже за красной линией. И в чем смысл этих уровней чистоты? Что евреи настолько были погружены в жизнь египтян, то есть они, с одной стороны, все видели, все понимали. Каждая казнь показывала, что Всевышний управляет этим миром на небе, на земле, дождь, звери, все, да, во всех аспектах. Но поскольку они жили среди египтян, они настолько были погружены в эту жизнь, что они не, им не нужно было, нужна была вода, есть Нил, нужно было просить у Бога дождей. Можно было любой вопрос решить с помощью черной магии, с помощью колдовства, с помощью связи, протекции и всего остального. Поэтому они вот, это и есть 49 уровней чистоты. Да, чистота не в плане, что там духовной чистоты, это в том, что в любом аспекте, который ты не возьмешь, 49 аспектов, всегда они видели, как можно обойтись без Всевышнего. Потому да. что они все понимали прекрасно. Да. Да, и поэтому их нужно было срочно оттуда выводить. И написано, хамушим вышли из Египта. Только 20% евреев вышли из Египта. 80% погибли в Макат Хоших. Казнь, темнота, чтобы не было видно, что евреи погибают. Потому что они уже упали на 50 уровень чистоты. Да. Теперь, но как только они вышли из Египта, им достаточно было 49 дней каждый день. Да, они исправляли уровень нечистоты какой-то. Да, то есть они познавали Всевышнего уже, идя по пустыне, каждый день в разном аспекте. И поэтому эти дни поделены на разные качества. Да, вы познавали Всевышнего и видели, что все от него в этом аспекте. Да, да, что все это остальное это ну, не помогает без желания Всевышнего. И вот 49 дней понадобилось, да, хватило, чтобы приблизиться ко Всевышнему, и тогда на 50-й день они могли уже получить Тору. То есть они дошли до 49 уровня чистоты, перевернули каждый уровень в нужную сторону. Да, что мы отсюда учим, что человек может много чего понимать, даже с пеной во рту другим доказывать, но пока он находится в атмосфере, где вокруг живут по-другому,
и можно справиться вроде бы и без Бога, то он все равно может продолжать падать духовно при этом. Да, и только когда он выходит и попадает в нужную атмосферу, тогда достаточно одного дня на каждое качество, чтобы это исправить. И в 50-й день уже получить Тору. Да. И этот сферата Ор мы считаем дни, потому что ну, тут есть и недели мы считаем, и дни мы считаем. И есть книги, в которых расписано каждый день, какое качество нужно исправить. Да. Поняла, Рав Давид. Спасибо большое. И, да. И в принципе это вот 49 дней, это такое переформатировать полностью, да, взгляд на жизнь, взгляд на мир, взгляд на то, что происходит вокруг нас, да, это сложная задача. Но хотя бы чего-то мы должны за эти дни успеть. Да. Поэтому желаю всем нам расти духовно, жить среди хороших соседей, друг у друга учиться, друг другу помогать. Да, и в скором времени завод получить нашу Тору. Спасибо большое, Рав Давид. Я вам очень благодарна. И Безрат Ашем, скоро Шивот, мы готовимся с вашей помощью еще глубже. Поэтому спасибо вам большое. Надеюсь, то, что в следующий раз будет опять возможность уточнить какие-то очень важные вопросы. Спасибо, Рав Давид. До встречи. До встречи.